Мир вам, рабочий метод. За моей стеной гипсовые панели. Сделали их на этой неделе. Сейчас они на стадии предварительной грунтовки, дефектовки, то есть с добавлением колера. Цвет будет графит. Значит, применялся для наклейки пуфосклей. Ну или шпаклевка, больше похожа на фюген по ощущениям. Также использовался чистый концентрат тиффингрунта для предварительного грунтования задней части, чтобы можно было приклеить. И для заделки стыков использовался вот такая вот шпаклевка ProMaster. Видим впервые. Не знаю, ну, как ложится, очень понравилось. В плане того, что она крепкая. А, значит, сейчас у нас получается третий этап, условно. То есть первый наклейка, второй промазка, третий шлифовка был. А, даже четвертый. И предварительная дефектовка. Панели у нас... Артколе? Артколе называется? Панели у нас заводского изготовления, но кривые. Сами мы при желании, при просьбе заказчиков можем также заливать любые панели, любой формы, то есть артполе. 3D панели гипсовые. Из особенностей это, конечно, очень много времени занимает дефектовка швов, шлифовка, это каждый надо, получается, каждое вот это углубление вывести, но при этом даже заводским методом как, геометрия панели очень кривая. Я не жалуюсь, но вот имейте в виду. Все пришлось сводить, подводить. Также предварительно был подготовлен монтаж планки под телевизор под 65 дюймов. И из особенностей мы сразу подготовили под рамку углубление, чтобы рамка у нас стала вровень. Что еще хочу сказать? Хочу сказать, что в интерьер она добавляет прекрасные, можно сказать, дизайн, хорошее дизайнерское решение, просто будьте внимательны с вот этим углом, то есть его достаточно задеть и восстановить будет уже немножко проблематично. А в целом монтаж мы сделали не совсем, как указано в инструкции, то есть мы уже имели опыт с монтажом гипсовых таких панелей. Не именно, вот у них есть еще серия с волнами. И половина, что там указано, можно не делать. Потому что, зная, как работает гипс, не обязательно. Как будет готовый вариант, мы снимем, покажем. Все этапы предварительные тоже в шортах будут у нас. Ну а в целом, смотрите, скоро увидимся.